далеко-далеко в Сибири, у великого озера Байкал, в Тажиранской степи, на древнейшей земле, хранящей себя в неизменном виде уже 450 миллионов лет, живет великий шаман Валентин из рода Хагдаевых. Судьба его была предначертана не им самим. Духи предков отметили будущего шамана, дав безошибочный знак – шестипалость. Теперь к Валентину съезжаются люди со всего мира. Вот и мы побывали в гостях у шамана накануне главного праздника всех монгольских народов – Сагаалгана, что в переводе означает «белый месяц», начало нового года. Валентин бросает в огонь горсть сухих трав, распространяется приятный запах, в котором угадываются нотки богатейшего байкальского разнотравья – чабреца и бескрайней степи. Шаманский бубен звучит гулко, голос шамана как порывы ветра, то усиливающиеся, то затихающие. И снова силы, разрезающие воздух вокруг. «Год будет необычный и неровный», — говорит Валентин, когда мы усаживаемся побеседовать. «Предсказания мы не даем. Это астрологи, гадатели вам будут будущее угадывать. А мы только просим наших предков о помощи да видим их отклики. И они говорят, что в 2018 году с августа-сентября начнется подъем. Россия такая страна, которая нужна всем, всему миру. Потом будет 2019 год, и будет уже хороший подъем. Самое шумное, что будет в этом году, это выборы президента. Альтернативы Путину нет. Просто нет другого человека, который мог бы сейчас стать у руля и безопасно провести страну через это непростое время. Реально, стране нужен руководитель, который держит руку на пульсе. Валентин считает, что политика – важная составляющая нашей жизни. Примеры постоянно на виду у всех бурят-монгольских племен. Это прежде всего Чингисхан, которого и Валентин, и многие его соплеменники боготворят. И полагают его в первую очередь тонким политиком, а уже потом великим воином. Потом, поразмыслив, добавил, Владимир Путин заключит союзы со всеми странами, и наша страна резко поднимется в хозяйственном плане. Нет, это не фантазии, в военно-промышленном комплексе мы уже всем показали, как умеем работать, говорит шаман. Шаман это не колдун, это хранитель традиций, говорит Валентин. Не все знания удалось принять и донести до наших времен, ведь кроме мудрой бабки были и советская школа, и армия, и работа на производствах. Главное дело его жизни – хранить традиции своего народа, передавать их окружающим и просить предков о помощи, когда она нужна людям. Будь то обряд на здоровье или общее благополучие страны. Сагаалган – праздник белого месяца, лучшее время для таких ритуалов. Я сказал, да спустя вам удачи и счастья. Пусть на работе, в доме и жизни будет все благополучно.